Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень тревожный сон меня беспокоит. Всегда снятся сны абсолютно каждую ночь. И всегда неплохие, не то чтобы кошмары. Просто какие-то неприятные сны или какой-то бред. Я вроде бы сплю, но не отдыхаю. Один раз приснился как кошмар. Я проснулась, у меня началась истерика. Я долго не могла успокоиться. Начала принимать магний, и пока особых изменений нет. Подскажите, как быть? Алина, ну, вряд ли я скажу здесь вам какую-то такую откровенную историю, если предложил пойти на психотерапию. Вот. Потому что на самом деле это то, что могло бы решить вашу проблему. На самом деле это то, что могло бы раскрыть вам саму себя. Вот. На самом деле это то, что могло бы помочь вам. Вот. Но если говорить о какой-то конкретике, да, что вот тревожные сны, ну тревожность наведение, это история про подавленную злость, это история про подавленную агрессию, это история про обесценивание. То есть это то, что вы с собой делаете, по сути. Это то, что вы с собой делаете. Обесцениваете себя. Вот. Ага. Это то, что вы зажимаете. А при этом обратите внимание, что когда вы проснулись, ну, после, после сновидения своего, вот, вам, ну, как-то вот захотелось значит, ну, вы, у вас случилась истерика, у вас случилась истерика, конечно. Вот. Это понятно. Но вы стараетесь успокоиться. Вот. Теперь вы стараетесь успокоиться. Так вот, это потребность во внимании. Такая у вас. Это потребность во внимании. На мой скромный взгляд. Ни в коем случае не претендую на истину, ни в коем случае. Ни в коем случае. Но вот вы нуждаетесь во внимании. А во внимании, в ощущении собственной значимости. Вот. Ну что, совершенно очевидно, что сейчас вы себя таковой не ощущает. Вот. Ну, не чувствуете вы себя сейчас значимым. Вот. А это значит,
что где-то у вас пробуксовка в жизни. Вот. Нравится вам это или нет? Где-то вы пробуксовываете. Где-то вы себе условно не додаете. Да? Ну вот. Вот так. Ну вот. Берете, да? Берете и не додаете себе где-то. А чтобы додавать, нужно изучить, чего вы хотите. Ну, вообще, вот, чего вы хотите вообще? Вот, что вам нужно вообще? Понимаете? Ну, какая штука? Вот. Такой момент. Это то, что я могу вам сказать сейчас. Точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и так далее. Поэтому я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам это пригодится.